Здравствуйте, меня зовут Максим. Мы делали много релаунд-проектов, в процессе этих проектов. Так или иначе, мы сталкивались с тем, что нам нужно эти проекты деплоить, нужно выбрать какие-то фреймворки, какие-то библиотеки. И мы накопили достаточный опыт, и те деньги, которые мы зарабатывали, мы вкладывали в развитие своей инфраструктуры, чтобы было легко деплоить, легко, чтобы те фреймворки, которые мы используем, они были без ошибок, они там подходили, поэтому мы клонировали существующие библиотеки на GitHub, адаптировали их. И вот я сегодня буду рассказывать про одну такую библиотеку, это очень известный веб-фреймворк, который мы клонировали, и теперь, по сути, мы затмили его оригинальную версию. У нас тоже есть своя клауд-система, у нас есть своя платформа для деплоя и свой клауд-стек, про который мы будем рассказывать весной в Factory конференции, которая будет происходить в Калифорнии. У нас будет два доклада, один доклад будет посвящен системе деплоя, и второй доклад, когда по сути вот этот доклад, который я сейчас буду рассказывать, это то же самое, про что будет рассказывать в Калифорнии 6 марта. Так что вы получаете... Да, это зона называется Калифорния. Я смещу немного акценты, я расскажу вообще как бы про какие фреймворки есть и как мы выбирали этот фреймворк, почему мы выбрали этот фреймворк и что в конце концов мы получили. Естественно, это будет все с перспективы Ruby-разработчика. Значит, NVO — это веб-фреймворк, одна из библиотек в нашем клауд-стеке. То есть, если вы открываете у нас аккаунт, вы создаете какую-то машину, на этой машине уже есть NVO, там доступ к базам данных и всякие другие штуки. Давайте поговорим о том, как можно классифицировать все веб-фреймворки. Ну, принято классифицировать так. Есть, значит, фреймворки, которые посвящены только тому, чтобы разрабатывать бэкэнды для single-page applications, для JavaScript-приложений. Это простые какие-то штуки, которые просто с помощью них вы создаете свои REST бэкэнды и создаете API для своего приложения, которое вы потом используете в своих JavaScript-приложениях или для чего-то другого. Некоторые авторы веб-фреймворков акцентируют свое внимание на том, что они concurrent ready, то есть что они могут обеспечить высокие нагрузки. Но люди как делают обычно? Они берут там какой-то libv, либо еще какие-то библиотеки ивентов и просто делают для них врапперы для PHP, либо для Ruby. И таким образом говорят, мы, значит, готовы к высоким нагрузкам. Ну, понятно, что Erlang'а здесь нет, потому что Erlang сам по себе как бы из коробки это все обеспечивает, и он этим как бы даже не хвастается. Тут говорили, что Java не работает с потоками, на самом деле это неправда. Java очень хорошо обслуживает нагрузки, и их пулы потоков, Java и Scala, это все очень быстрое обслуживание. Ну вот, я думаю, что вы все знаете эти фреймворки, все с ними знакомы. Farvest, эрлангский Farvest, это микро-REST фреймворк от автора Побоя, от Луика Хабена. Вот. И известные веб-фреймворки на JavaScript. Ну вот, Angular, Google, Meteor, достаточно новый, бурно развивающийся. И вот желтым цветом показаны фреймворки высокого уровня, где есть свой WhatsApp на стороне клиента, там темплейты, ну, в общем, это полностью как бы full-stack фреймворки. А ниже показаны JavaScript фреймворки низкого уровня, на которых уже используете свое приложение. Сейчас очень популярным становится React.js. Это фейсбукская библиотека, на которой написана сама админка Facebook, она очень клевая. Можно использовать ее даже без jQuery. Она очень легковесная, и я советую, обычно Ruby используется в проектах, где вы строите на Ruby на Rails какой-то бэкэнд RESTовский, и сами приложения строятся на JavaScript. Так что я думаю, что многие из вас, наверное, используют какие-то штуки из JavaScript мира. Вот, не совершенно
особняком от этой классификации стоят так называемые DSL-фреймворки, которые немного меняют подход к разработке. На самом деле они естественные, то есть это чистые фреймворки, то есть вы разрабатываете веб-приложение на одном языке полностью, от начала до конца, а не так, как сейчас принято. Сейчас принято, что вы на каком-то серверном языке реализовываете бэкэнд, а само приложение вы с помощью какой-то либо транскомпиляции, либо напрямую на JavaScript разрабатываете приложение. То эти фреймворки позволяют вам разрабатывать приложение полностью на едином языке, в единой инфраструктуре. И JavaScript вы получаете как процесс компиляции вашего сайта, вашего приложения в JavaScript. И вот я думаю, что имена известные, вот про Scala Lift вы слышали, да, что это DSL фреймворк, то есть вы пишете сайт как бы на Scala. Это все транслируется в JavaScript сообщения, которые посылаются на клиент, там они эвалюируются, и получаются какие-то ивенты, которые там в доме в контексте браузера работают. Также, точно так же работает и Erlang, Nitrogen. Это вот тот фреймворк, который я планировал и который я вам сейчас рассказывал. Его написал Rusty, он потом позже перешел работать в Bashore, известная компания. Достаточно известный фреймворк, очень популярный. Haskell, Blaze и Wakamli это ошибка, там Wakamli должен стоять Oxygen. Я редактировал презентацию прямо сегодня. В Clojure мире существует вообще, потому что из-за того, что листы очень сильно как бы гибкие, вы можете не менять и синтаксис, и вообще концепцию работы по ходу разработки и фреймворка, и приложения. Они обладают эластичностью и высоким композабилити. Вы можете поделить всю архитектуру вашего запроса в 7-уровневую, да, на маленькие части. И существует очень огромный выбор фреймворков для каждого уровня. Вы можете себе выбирать любой, вы можете половину выбрасывать, в общем, вы можете делать структуру своего фреймворка, то есть вы строите фреймворки. Там существуют маленькие части каждого слоя, и вы себе собираете сами фреймворк. И вот, смотря на Clojure, на вот эту на подход, который существует в Lispах, я хотел добиться такой же и гибкости в Erlang фреймворке, чтобы человек, который, допустим, выбрал вот этот подход в DSL разрабатывать веб-сайт, чтобы он имел возможность подключить себе какой угодно, допустим, темплейт движок, чтобы он имел возможность подключить себе какой угодно роутинг. То есть, допустим, если человек пришел из Ruby мира, ему нравится веб-контроллеры там в стиле Ruby, чтобы он имел возможность разрабатывать бэкэнды в таком же стиле. Ruby on Rails, like Routing. Либо если ему нравится там RESTовский чистый бэкэнд, пускай он использует такой. То есть, чтобы он себе хотел выбирал и конфигурировал свой фреймворк. И вот то, что получилось, в итоге, вы знаете, что Clojure, она обладает такой мощной библиотекой, как Clojure Script. То есть вы можете, если что-то вы пишете на Clojure, он вы можете скомпилировать в JavaScript и запускать на клиенте. И вы можете те библиотеки, которые выполняются на стороне сервера, запускать на стороне клиента. То есть async, core async и другие библиотеки, они cross, как бы, вы можете запускать их и на сервере, и на клиенте. Я хотел сделать так, чтобы страницу, которую я, допустим, сделаю, нарисую на Erlang, чтобы она могла рендериться и на стороне сервера, и на стороне клиента. Позже я расскажу, как я это сделал. Что касается, как бы, какие фреймворки мы здесь не видели. Ну, поскольку конференция посвящена как бы Erlang и Ruby, то давайте рассмотрим, какие существуют erlangские фреймворки в Ruby стиле. Вот Weber — это пример фреймворка, веб-фреймворка, он тоже Ruby Rails-like, который для Elixir. Вот так вот выглядит, допустим, там веб-контроллер в Weber.
очень известный проект Chicago Boss, с которым мы как бы напрямую конкурируем, потому что Chicago Boss это прямой конкурент NVO, потому что NVO все-таки это больше RMA фреймворк, чем Elixir фреймворк. То есть вы можете очень богат, очень много написано сайтов уже для NVO на Erlang. Но вот вы можете использовать вот такие вот схемы доступа к вашему бэкэнду и имплементация Django Template Library, то я думаю, написал автор Chicago Boss, Evan Miller. К сожалению, он уже отстранился от проекта и передал его в свободное плавание, но мы используем, и мы свои сайты используем тоже DTL шаблоны. Значит, что такое NVO? NVO это супер быстрый. На моем ноутбуке можно простая страница, там достаточно с несколькими кнопками, там, с двумя плейсхолдерами, темплейт может выдать 15 тысяч соединений, допустим, с помощью, там, смотря как вы меряете, позже про это поговорим. Он полностью, вся коммуникация с клиентом и сервером происходит через WebSockets, поддерживается благодаря тому, что мы что наш фреймворк работает на ковбое, на веб-сервере, о котором сегодня говорили. Мы поддерживаем спиди и все самые новые штуки, которые существуют в Айве. Мы не просто самые быстрые, но еще и самые современные. Язык, который используется для построения сайтов, это вот Nitrogen DSL. То есть наши сайты совместимы с теми сайтами, которые были написаны изначально под Nitrogen. Они не прямо совместимы, но с ними для адаптации они могут быть совместимы. Мы используем разные темплейт-движки, вы можете даже подключить эликсировский X-темплейтер, вы можете подключить DTL, вы можете подключить там нитрогеновский родной шаблонизатор, какие угодно. Наша core библиотека, которая на стороне клиента принимает сообщения, которые приходят от Erlang в бинарном виде в формате BERT.RPC.org, если вы посмотрите, это GitHub, они все приходят на Erlang, у них BERT.RPC это как бы стандарт между их внутренними сервисами. Вот, мы тоже используем BERT.RPC, потому что на стороне сервера они не делают никакую поддержку. BERT это внутренний формат самого этого сообщения Erlang. И у нас тоже как бы REST люди. Тут еще не хватает некоторых штук, они на следующих сайтах есть. Очень сырая презентация. Простите. Значит, у нас есть 7 слоев. Когда приходит запрос, роутер, его роутит куда-то, как в этом модуле. Потом есть Q-репарсер, который разделяет этот запрос на какие-то блоки, чтобы отличить, как, где точка ресурса, где там какой-то API, где какой-то модификатор ресурса. Потом сессии хранятся в ETS у нас в таблице. То есть это какой-то контекст, пожалуйста, просто может быть. У нас потом идут темплейты, мы что-то с этим запросом делаем, генерируем из каких-то шаблонов ответы. С помощью темплейтов, и мы эти темплейты забираем с помощью какого-то языка DSL какую-то страницу, и эту страницу мы генерируем с помощью темплейт. То есть темплейт как бы это один из элементов веб-страницы. Веб-страницы какие могут быть элементы? Ну, контрольные элементы, там кнопки, листы, какие-то вот такие штуки. Темплейт это один из элементов веб-страницы. И страница состоит как бы в HTML5. Это куски HTML и куски JavaScript. Вот куски HTML это HTML элементы, которые представлены в Erlang в виде Erlang Records, потому что это естественный формат. Как бы данных в языке Erlang. И JavaScript action, который тоже генерируется из контрольных элементов. То есть вы пишете какие-то функции, вы биндите их на какие-то кнопки, и генерируется JavaScript, который потом отсылается на клиент, и там он исполняется. Значит, давайте поговорим о том, насколько он быстрый вообще этот фреймворк, почему мы промутим именно его быстроту. Я когда занимался, вообще даже выбирал Nitrogen для своих проектов. Мы решили померить вообще все маргинальные функциональные языки программирования, все фреймворки на HDCK. И получилась такая картина, что вот этот, допустим, хуже всех себя показал, потому что виртуальная машина работает
на одном вот этом потоке, она не масштабируется так же самое, как нода. Это OCaml. OCaml достаточно хороший язык, на нем много интересных штук есть, в том числе и для веб-разработки. Это транскомпилятор Hex, то есть вы пишете на Hex на каком-то C-подобном языке, а потом это можно транслировать в Objective-C, в JavaScript, в ActionScript. Вот эта синяя бланка, это... А указка есть на... Это Go. Это Google Go. Ну, я когда тестировал, еще была версия 1.1. Я не знаю, может они что там убыстрили, но я не думаю, что они высоко поднимутся. То есть это нативный веб-сервер Go. Победители, естественно, это Java, Haskell и Erlang. Вот эта красная штука, это Java. Что тут у нас? Красный это ковбой, зеленый это Bark. Bark это Haskellская штука. Ну и HTTP-кит. HTTP-кит он абсолютный победитель. HTTP-кит это библиотека, которая написана на... Ну, она на Java написана, используется в клозерских проектах. Вот, а все эти ноды, допустим, там, либо язык D, это язык, которым тоже есть такой класс языков, которые поддерживают конкуренцию. Это D, Rust, вот, это языки, на которых... и Go, то есть языки, которые все подобные, поддерживают хорошо конкуренцию, многопоточные, многопроцессы, много легковесных процессов, используются, как бы они... Языки, которые хотят соревноваться с Erlang'ом, как бы, чтобы они из коробки тоже, типа, у них хорошие там планировщики, скейлятся, все хорошо, много потоков. А в тесте статика давалась или что? Нет, какая статика? Ну, динамическая штука. Вот это... Ну, вот, а какого рода там тест был? Простая страница, две кнопки и темплейт. А, то есть там был рендеринг? Ну, конечно. Все вот такие, все 7 уровней запроса категории. Вот, и вот, значит, когда вы будете мерить веб-приложение, вы столкнетесь с тем, что разные утилиты показывают разные результаты. Вот, допустим, Apache Bench показывает такие результаты, там HTTP Perf, Hewlett-Packard показывает такое, CH показывает мало, но самый реальный, потому что он делает еще DNS Resolving. Естественно, когда вы хотите померить кишки своего фреймворка, вы не должны мерить DNS Resolving, вы должны как бы закешировать и... Ну, посмотреть, сколько можно прокачать через вашу трубу, которую вы построили. И VRK, он это очень крутая штука, она создает действительно настоящий как бы шторм, который может убить как бы любое приложение. Если вы, допустим, VRK натратите на любой какой-то хаттешный магазин в интернете, который вы найдете там в Украине, то не исключено, что он не просто как бы ляжет, а он как бы ляжет так, что там отключатся базы данных, посыпятся данные. Вообще, и люди будут там восстанавливать из бэкапов. Меня попросили, как бы, друзья, типа, а порвите типа нас, что ты там крутой такой презентации делаешь, типа, а у нас тут магазин. Я, короче, там, ну, буквально на 2000 потоков пустил, и я как бы на следующий день только магазин подняли там. Значит, вот эта штука, N2O, 13000, это 13000 постоянных соединений, то есть на одной машине. То есть это роботы, которые вот так вот постоянно шлют какие-то запросы. В реальном мире люди не используют ваш сайт. Они там типа класснули, подсмотрели, подождали, класснули. Вы представляете себе, сколько можно как бы какую емкость можно вообще создать с помощью Erlang? Это просто вот такие цифры, чтобы вы ориентировочные. И для примера, чтобы понимать сравнение, статика на единице на приятной конфигурации, где это все мерилось, отдается как бы 60 тысяч запросов. Голый ковбой, который отдает там простую страницу он отдает, значит, 30 тысяч. То есть Erlang, виртуальная машина Erlang, вот эти все дополнительные вот эти штуки, они как бы в два раза хуже сишечки. И, естественно, когда вы еще и туда какие-то свои 7 уровней веб-фреймворка туда навесите, то это все тоже сократится еще в 2 раза. То есть в 4 раза хуже, чем чистый C. Вот это вот реальные цифры, как, допустим, Erlang сравним с C. Или там веб-фреймворк на Erlang сравним просто со статикой.
Естественно, вопросы стояли очень жесткие. Мы хотели как бы быть бескомпромиссно лучшими на рынке. Мы хотели создать такой фреймворк, чтобы нельзя было докопаться ну ни до чего. Поэтому мы оптимизировали, насколько вообще это возможно. Когда вы, допустим, делаете веб-страницу и там создаете какие-то контрольные элементы, на которые забинжены события, то, естественно, вам нужно в процессе как бы генерации рендеринга вот этой вашей страницы, вам нужно создавать JavaScript. Но JavaScript не обязательно как бы сразу создавать. Сначала вы должны просто отдать HTML, чтобы его показать. А JavaScript уже потом может прийти. То есть его можно как бы отложить, рендеринг JavaScript, всех вообще вот этих ивентов, а рендерить только HTML страницы. И мы так сделали. Мы отправляем при запросе на какую-то веб-страницу, мы рендерим только HTML, а все и какой-то инициатор JavaScript, какую-то штуку, которая случится на сервере, отдай мне события. И вот такая вот штука Socket C, она типа говорит, что я типа хочу авторизироваться, дай мне канал для этих событий. И потом уже приходят все отрендеренные JavaScript события, которые там будут выполняться в контексте браузера. Это убыстрило вообще загрузку страницы там в 4 раза. Вот так вот выглядит схема загрузки страницы. Браузер посылает запрос, мы отдаем сразу отрендеренные HTML элементы, запоминаем состояние, потом их рендерим. И когда уже приходит с JavaScript запрос по сокету, то мы уже подаем все эти ивенты, уже выплевываем. То есть вот этот transition процесс, который держит еще пока не отрендеренные события, он живет буквально там какие-то микросекунды. И умирает сразу, как только JavaScript стучится еще раз. То есть страница отдается, и тот процесс, который отдает страницу, он уже умирает. Он забывает все, контекст, все теряется. Весь контекст живет в процессе, который обслуживает JavaScript endpoint. Значит, ну и как уже сказал раньше, вы можете получать любые темплейты, темплейты engine. Вы можете написать плагин для своего темплейта engine, если вы какой-то напишете там на Erlang, который будет лучше, чем существующий, пожалуйста, пишите, рендерьте как хотите. Вы можете придумать свой как доступ к страницам. Если вам, допустим, не нравится то, как принято там писать эти веб-контроллеры, напишите какой-то свой роутинг, свой веб-контроллер, и есть механизм внедрения в фреймворк этой штуки. Вот так вот выглядит, допустим, эта имплементация. Поскольку мы поставили не только веб-фреймворк, но и библиотеки доступа к базам данных, то и вы создаете аккаунт, вам нужно делать бэкэнд, где-то хранить данные. То КВС — это наша библиотека, которая хранит данные в любых базах данных, там от Amnesia и React до там чего угодно, для чего вы там пишете бэкэнд. Вот это имплементация сервиса хранения. То есть это добавление в цепочку, вот это изменение конкретной записи, ремонт, удаление из цепочки. Все данные хранятся в цепочках в этой базе данных. То есть это как фиды. Вы отображаете на сайте всегда какие-то списки. Это либо список контактов, список сообщений, список того, список продуктов, список категорий. Это все списки. И все эти списки естественным образом хранятся как двухсвязные или досвязные списки в базе данных, в distributed хэш-таблице. Вот. И вот это высокоуровневый интерфейс к хэш-таблице. Мы просто мапим на REST веб-контроллеры, и получается как бы абсолютно вот эта вся имплементация, которая у вас будет, с точностью до того, как вы создаете API для своего веб-контроллера, для своего приложения, то есть какие вы там пути придумали, вы себе так его замапите. Но если вы ничего не придумали, то тупо там ресурс и что вы хотите сделать, то вот так вот выглядит имплементация. Это код, который вот рабочий код, и он есть в этом как пример бэкэнда. То есть вам ничего писать не надо, вы просто эту штуку подключили, вы получили как бы HTTP интерфейс к своей базе данных. А это, допустим, интерфейс выглядит к вашему memcache. Вы знаете, что в Erlang очень хорошо держит данные в памяти. Все, кто пишет, разрабатывает Erlang приложение, они не используют ни memcache, ни какие другие штуки, потому что все храним в ETS таблицах, они прекрасные, и вот это вот REST интерфейс к ETS таблицам. То есть это вот имплементация memcache, по сути, на NVL.
Ну вот, вы можете, когда вы разрабатываете страницу, некоторые говорят, мы не понимаем вообще, как на этом DSL писать. То есть для того, чтобы писать на нашем фреймворке, некоторые думают, что нам нужно учить какой-то язык новый. Во-первых, нам нужно учить Erlang, нам нужно учить эти рекорды, нам нужно учить, как конструировать. Ну, те, кто писали доступные приложения, для них проще, потому что для доступной разработки вы всегда либо используете Qt, либо WinPC2, либо Next API, Cocoa, там есть контрольные элементы, и вы как бы не задумываетесь, переходите с платформы на платформу, вы понимаете, что везде есть текстбоксы, везде есть комбобоксы, везде есть лейблы, везде есть листбоксы, и вот это для вас как бы, это ваш язык. То есть тут это все тоже есть. Просто оно выглядит вот так вот. Вы пишете button, вы пишете ID, postback, какая функция при нажатии, какие источники со страницы, откуда вы хотите получить данные, чтобы потом подсунуть эти данные в postback и вызвать какую-то функцию на сервере. Вот. И помните, я рассказывал, что вот здесь мы этот JavaScript не рендерим. И вот как пример, вот эта штука, она потом трансформируется в какие-то, вот это вот пример страницы на NVO. Main, у вас есть как бы страница, она состоит из DTL элемента. То есть это, для этого файла есть какой-то шаблон HTML, в котором есть один placeholder, допустим, body, да? Этот body будет срендерен таким образом. Он это все срендерится в HTML и JavaScript и поставится туда в страницу. На этой странице есть вот 5 контрольных элементов. Какой-то span, текстбокс, пароль и кнопка с постбэком. Этот постбэк, вот видите, он, что он делает, он как бы ложит в state пользователя и делает регенерит. Вот это вся страница. Вот так вот выглядит страница на NVO. И оно компилируется все вот в такую штуку. Создается, допустим, для кнопки вот такая кусок HTML, а это потом приходит по веб-сокету в канале сгенерированная функция NextBin.click. Там есть система этих ивентов, постбеки, ивенты. Я про это все не хочу вам рассказывать, я хочу как бы рассказать вам суть, вообще как используя Erlang, можно писать в приложение. Так вот, вот это вот, допустим, на чистом Erlang для NVO написана страница, но вы можете использовать другие языки. Вы можете, допустим, на Elixir написать эту же страницу, потому что это все скомпилировано в Erlang BIM, а поскольку в Erlang структуре все эти языки, они абсолютно интероперабельны, вы можете из Elixir использовать Джоха, из Джохи вы можете использовать Erlang и наобород. В общем, это все единый байткод, как в Java, понимаете? И вот эта же страница, но это полностью рабочий чат по веб-сокетах, это с комнатой, с контекстом, многопользовательский веб-чат вот на одной странице. Это все можно вот так вот скопировать, назвать этот файл эликсировским, что эликсировская штука, добавить преамбулу, и он скомпилируется, вот будет веб-приложение. А это точно такой же веб-чат, я потом подниму, точно такой же веб-чат, только написанный на Java. Это Lisp для Erlang. Мы являемся коммитерами в Джоху, и мы хотим сделать свой форк от Джохи, и у нас будет тоже свой лист. Следите за этими штуками, я там много уже сделал чего. Скоро мы захватим и Джоху, и DTL, в общем, мы зафоркаем всех, и сделаем эти библиотеки суперскими, включим в наш CloudStack, и вы будете создавать свои веб-приложения. Очень, очень легко. Я позже покажу наш клауд, как он выглядит, как вы сможете использовать, как вы можете зарегистрироваться, получить там девелоперский аккаунт, создавать веб-приложение. Но самое как бы убийственное, что убило вообще всех в Erlang Community, это то, что мы написали компилятор JavaScript. Когда вы пишете вот эти веб-приложения, так или иначе, вам нужно какие-то мелкие штуки с jQuery делать. Вам нужно что-то там где-то тень подбросить, где-то что-то. А тут вы, допустим, у нас в нашей библиотеке нет этого JavaScript, и вы делаете просто wire напрямую JavaScript, вставляете в Erlang код, и оно так выглядит, когда другие заходят, они сразу так, типа, знаете, так, фи, ну вы знаете, вы используете там JavaScript прямо в Erlang коде, ну что вы себе позволяете? И для того, чтобы, значит,
Но все же это делают, все же это делают. И для того, чтобы минимизировать эти возгласы и эти как бы в нашу сторону претензии, мы написали свой JavaScript компилятор, и маленькие все штуки, которые нужно сделать, мы пишем на Erlang, а он потом мы пишем, это как бы макросы, это оно работает через систему парс-трансформации Erlang, как в Elixir. И более того, этот JavaScript-компилятор, который работает напрямую со SAST-деревом Erlang, вы можете использовать в Elixir проекта. То есть вы пишете на Elixir какую-то функцию, вы можете подключить наш компилятор, Elixir вам создаст SAST-дерево из Elixir-кода, и это дерево вы поставите в наш JavaScript-компилятор, и он генерирует вам JavaScript. Либо вы можете использовать наш JavaScript-компилятор с Джоха, то есть вы пишете на Lisp'е какую-то программу, потом вы эту программу как бы компилируете в ST-дерево, это ST-дерево даете на вашему JavaScript-компилятору и предотвращаете этот JavaScript. Получается, что вы написали JavaScript для всех трех языков. Ну вот, тут есть наш проект на GitHub, он получил очень много позитивных отзывов, поэтому мы решили все-таки выйти в люди, поехать в Калифорнию и поговорить уже с теми, кто действительно его использует. А используют его и в Калифорнии, и в России его используют, и в Украине используют. В общем, наши друзья его используют, и количество людей, которые используют, растет. Это, конечно, штука не может сравняться с Angular, там, у которого там несколько десятков тысяч звезд на GitHub. У нас его там 350 звезд. Но для Erlang проектов, поверьте, этого достаточно. Этот проект за месяц попал в топ-30 проектов GitHub на Erlang. То есть это достаточно как бы такой быстрый выход. Наверное, я хочу вам показать, как выглядит. Вот смотрите. Да, самое главное, что с этим фреймворком, вы не идете на GitHub и получаете какой-то код на Erlang, с которым вы не знаете, что делать. У нас есть книжка, у которой есть ISBN номер, которая скоро издается, она отверстана в техе, то есть все это очень на хорошем уровне, с форматированием, красивая книга, в PDF вы ее качаете. Есть примеры, куча примеров, есть примеры сайтов, веб-магазин, вот мы написали. Если вы хотите использовать веб-фреймворк, вы туда заходите, качаете, делклонируете, запускаете, make, install, все у вас типа на локал хосте поднимается веб-магазин с нашими всеми библиотеками, которые входят в нашу клауд-инфраструктуру, там базы данных, веб-фреймворк, доступ к очередям, RabbitMQ, все это уже как бы есть, вы просто это все качаете, оно само все вытаскивается из GitHub. Вот это вот пример. Пример магазина приложения там, с веб-чатом, где вы можете зайти, посмотреть на этот код. Вот тот код, который я показывал, что у меня уже типа полноценный многопользовательский чат. Вот это он. Вы можете посмотреть, как мы используем темплейты, как оно все работает. У нас есть система логина для всех социальных сетей. Это тоже отдельная библиотека, которую вы можете просто подключить, и вы будете, если у вас какой-то Erlang сайт, вы сможете там. Если вам для какой-то социальной сети, допустим, мы ВКонтакте принципиально не поддерживаем, потому что у нас нет клиентов на этом пространстве. Если вам нужно, мы вам напишем. Вот это панель нашего клауд-сервиса, где вы можете создавать свои вот компьютеры. На них, видите, на некоторых сейчас запущено два приложения, но на них запущены эти же магазины. Но оно все находится... Да, кстати, наш Erlang Cloud, он это все open source, вы можете у себя разложить этот клауд. То есть, пожалуйста, покупайте аккаунты на DigitalOcean по $5, на Хастере там по 100, либо у себя там разворачивайте под подушкой, ставьте наш код, и у вас будет свой клауд. Кроме того, все наши библиотеки в нашем клауде, они работают в технологии Erlang Xen. То есть они работают под голым гипервизором без операционной системы. То есть вы можете создать для себя, поставить себе Xen сервер, цитрисовский, допустим, и хостить у себя до 1000 виртуальных машин, которые будут наполнены Erlang приложениями. И это все как бы open source.
А это пример большого проекта, с которого как бы это все родилось. Мы делали турецкую игровую сеть, и там были повышенные требования к нагрузке, поэтому изначально заказчики решили использовать Erlang. Мы уже пришли на проект, и его там спасали, развивали. И вот это все, что мы сделали, это как бы оно как бы из этого проекта вышло. На этом проекте там 40 тысяч пользователей играют в онлайне там, на каком-то дохлом ноутбуке. Тут есть там веб-магазин, свой Facebook, свои игры, там игры, правда, там дохлые, на флеше написаны, но это не, ну, не я решал. В общем, если кому-то интересно посмотреть на какие-то аспекты, как разрабатываются вот реальные приложения, типа там игровых порталов, мы тоже можем поделиться исходниками, показать, открыть доступ. Это все без проблем. И вот это вот пример, мы используем React в своих приложениях. Вот это пример этого кластера, который хостится. Это реальные машины, видите, это Server3, Server4, как Runet.com. Это вот это продакт в реал-тайме. Видите, 6 серверов, кольцо на каждом, это контрольная панель React, на каждом сервере вы видите, есть V-ноды, эти все V-ноды образуют большое кольцо. Тут можно, видите, взять и выглядеть какой-то один сервер прямо сейчас онлайн. Ничего плохого не случится, все данные просто перебалансируют на другие сервера. Никаких проблем не будет. Более того, вы можете убить 2 сервера из 3, из 6, и все будет работать как бы как раньше, потому что у вас стоит коэффициент репликации 3, поэтому потеря 33% данных не несет никакой угрозы для сервиса. Если я не буду вам показывать ту ссылку, там, где находится панель нашего клауда, очень много желающих. У нас не хватает денег просто, чтобы покупать наши сети на DigitalOcean и на других сервисах, потому что все там создают какие-то штуки и что-то пытаются там делать. Ну, в общем, вот так вкратце по тому, как мы работаем в Web с Erlang. Значит, что я хочу как бы в заключение сказать этого всего. Что я являюсь евангелистом Erlang'а в вебе, я считаю, что незаслуженно как бы его не используют в вебе, он подходит гораздо больше, чем просто создавать REST бэкэнд для ваших веб-приложений. Можно создавать целые сайты на нем. Но что я хочу сказать, что вот ТХТшники, они же как-то же они живут, выживают. У них же сайты написаны, как бы полностью рендерятся на сервер-сайде, они все собираются там. На PHP, там, генерирует, выплевывает эти HTML, почему на Erlang нельзя использовать. Я безамбициозно говорю всем и заявляю, что вы можете смело использовать Erlang вместо PHP. Не вместо Ruby, допустим, пускай Ruby там очень, нельзя сравнивать его там с PHP. Ну, как PHP вы можете заменить Erlang точно, и не хуже будут сайты. И так что Explorer? Шестой Explorer, у нас есть fallback, то есть у нас, если вот сокетов нету, то библиотека, которая тоже, она с ковбоем поставляется, если веб-сокетов нет, производится fallback до XML HTTP request, так что с шестым спором мы тоже дружим. Все хорошо. PHP же можно скомпилировать байткод Erlang. Против библиотека, которая компилирует PHP байткод Erlang. Это интересная библиотека, я ее знаю, да. Почему нет? Облагородить PHP таким образом? Почему нет? В общем, почему мы делаем эти демонстрационные... Так, у нас не только этот магазин, у нас много есть демонстрационных приложений на GitHub. Мы хотим, чтобы люди создавали себе веб-магазины на Erlang. Почему нет? Мы не говорим какие-то о супер каких-то надежных там системах с миллионной посещаемостью. Да ради бога, себе какой-то, вот вы какой-то стартапер, вы хотите какой-то создать бизнес. Вы хотите сделать прототип, понимаете? Вам не нужно нанимать людей. Вы можете взять на Erlang и сделать себе прототип своего, как бы, своего приложения, своего сайта, сделать какой-то там сервис. Допустим, вы хотите сделать сервис.
Вы можете использовать Erlang смело для этого, абсолютно. То есть не боясь, мы вам окажем всяческую поддержку. У нас люди создают issues в наших библиотеках, пишут нам письма, мы отвечаем, как нужно делать. Вот там идет сейчас в Киеве реимплементация Алексеем Радецким своего первого VoIP приложения. Это все написано сейчас полностью на Erlang, он с Perl переходит на Erlang потихоньку. В общем, мы всячески поддерживаем всем, кто хочет этим заниматься. Если кто-то из вас хочет попробовать Erlang или хотя бы эликсир, хотя бы попробуйте эликсир, если Erlang вам страшно, хотя бы эликсир попробуйте. Вы не пожалеете, потому что Хосе Валим, он это core team member Rails. То есть не зря core team member Rails двигает Erlang, вы поймите. Что это все не просто так. Что-то где-то собака зарылась. Я хочу сказать вам спасибо, что меня пригласили и дали возможность рассказать.